«Путеводитель по Тейвату» – коллекция книг, состоящая из 3 томов. Это серия журналов, издаваемая гильдией искателей приключений, представляющая из себя краткие очерки Алисы о ее путешествиях по Тейвату. На данный момент выпущено 3 тома, по одному тому для Манштадта, Лиюэ и Надзума. Том 1. Периодическое издание, выпускаемое гильдией искателей приключений. Каждый выпуск посвящен отдельному региону Тейвата. В этом выпуске вас ждут путевые заметки путешественницы Алисы о ее визите в Манштадт. «Путеводитель по Манштадту» – специальный выпуск географического журнала Тейвата. Путешествие Алисы в Манштадт, ущелье Дадаупа. Расположенные в этой долине три лагеря хиличурлов весьма многочисленны. Если в центре долины построить огромную вращающуюся шарообразную тюрьму и заключить в ней всех окрестных хиличурлов, то производимой этой конструкцией энергии, вероятно, хватило бы на то, чтобы все мельницы Манштадта работали от нее 5 лет. А если самых старых и самых слабых хиличурлов смалывать на мельнице и скармливать сильным, вероятно, можно получить еще больше энергии. И кто знает, может быть, мощности хватит и для того, чтобы легко запитать завод, подобный тем, что работают в Снежной. Мне кажется, это полностью осуществимо. Но когда я поделилась своими мыслями с госпожой Лизой, она долго и задумчиво смотрела на меня. А потом элегантно сменила тему разговора. Утес Звездолова. Надо сказать, Анема Архонт – довольно неорганизованное божество. Если бы я была Архонтом, я бы не потерпела, чтобы мои земли так небрежно выглядели. Если в подходящем месте разместить довольно много бомб, даже такая громада, как утес Звездолова, может обрушиться, и тогда пейзажи Манштадта тоже будут гораздо аккуратнее выглядеть. Жаль, что тот хитрый капитан прямо отверг мое предложение. Да еще и посоветовал держаться подальше от утеса Звездолова. Долина ветров. Это единственная равнина в окрестностях Манштадта, и в центре ее растет исключительно огромный дуб. Говорят, отсюда Венеса вознеслась на небеса. Я долго искала повсюду вокруг дерева, но так и не нашла ничего похожего на пусковое устройство. Я использовала несколько местных хиличурлов для проверки своих гипотез, но они в лучшем случае долетали до охотничьих домиков в Спрингвейле. Сплошное разочарование. Побережье Сокола. Из-за неудачных экспериментов в Спрингвейле случилась паника, и госпожа Джин из Ордо Фавониус распорядилась присматривать за мной. Я только и могу теперь, что слоняться по побережью Сокола, но здесь тоска смертная, и кроме кружащих в небе орлов да надутых анема слаймов нет ничего интересного. А самое невыносимое то, что мне ничего нельзя делать. С другой стороны, скаут, который поручили следить за мной, хорошо поиграла с детьми. Шепчущий лес. Еще один лес в окрестностях Манштадта. Это скаут Эмбер очень хорошо его знает. Эмбер носит с собой очень интересную взрывающуюся игрушку. Если бы я ее усовершенствовала, она могла бы разнести в пыль весь этот лес и даже пошатнуть окрестные скалы. Кажется, мое предложение ее напугало, но взрывающаяся мягкая игрушка – это действительно прекрасная идея, которая раньше не приходила мне в голову. В следующий раз надо обязательно попробовать. Каньон Светлой Короны. Наконец-то избавилась от соглядатая из Ордо Фавониус и на северо-западном берегу Сидрового озера нашла этот каньон. Древние охранные заграждения все еще стоят тут, но солдаты короля штормов, охранявшие этот переход, давно исчезли. Ветра времени оставили здесь лишь абсолютно безмозглых хиличурлов и охранные механизмы. Эксперимент с хиличурлами, управляющими охранными механизмами, тоже потерпел крах. Древние механизмы рассыпались, привязанные же сверху хиличурлы. Зрелище не для слабонервных. Половина местных руин тоже была уничтожена. Логово ужаса бури. Каньон Светлой Короны выходит на эти руины старинного города, построенного своенравным королем штормов де Карабианом. Город построен в форме кольца. Кажется, у каждого местного жителя было свое место между внутренним и внешним кольцами. В центре располагалась очень высокая башня, служившая резиденцией королю штормов. Величественные руины бессердечного короля.
пытавшегося управлять жизнями своих подданных, теперь никого не интересуют. Чтобы люди могли удобно подниматься в башню, я взорвала несколько галерей. Получилось неплохо, руины теперь выглядят еще более древними. Том 2. Периодическое издание, выпускаемое гильдией искателей приключений. Каждый выпуск посвящен отдельному региону Тейвата. В этом выпуске вас ждут путевые заметки путешественницы Алисы о ее визите в Лиюэ. Путеводитель по Лиюэ – специальный выпуск географического журнала Тейвата. Путешествие Алисы в Лиюэ – Тростниковые острова. Северный приток реки Бишуй превратил это место в болото. Если взглянуть от каменных врат на юг, то можно увидеть, что все пространство, насколько хватает глаз, укрыто тростником. И далеко на юге можно разглядеть постоялый двор прямо на горе. Постоялый двор Ваншу – самая высокая точка на Тростниковых островах. Еще южнее можно увидеть долину Гуйли и каменный лес Гуюнь далеко над морем. На крыше постоялого двора обычно сидит странный паренек. Я никогда не слышала, чтобы он говорил. Обеды на постоялом дворе Ваншу всегда щедрые, а кухня прекрасно оборудована. Просто мечта алхимика. Кстати, об алхимии. У меня появилось несколько новых идей по поводу катализатора для взрывчатки. Если все пройдет гладко, я задержусь здесь на несколько дней, а потом отправлюсь в долину Гуйли. Долина Гуйли. Я добралась до долины Гуйли на несколько дней раньше, чем планировала. В древних книгах сказано, что до войны архонтов в долине Гуйли процветала торговля. Местные лисы и дикие зяблики очень красивы, шерсть и перья у них блестящие. Говорят, эти хулиганы поедают подношения, которые местные из Лиюэ приносят в жертву геоархонту. Любопытно, пахнет ли их мясо фруктами приготовки? Может, мне стоит здесь поохотиться? Хотя на дороге строго с контрольно-пропускными пунктами. Стража на них приветлива. Я сделала несколько лекарственных средств из местных трав и вылечила заикание одного из стражников. Правда, у снадобья оказался маленький побочный эффект. Он стал неконтролируемо подражать речи всех, кого встречал, вплоть до интонаций. Заоблачный предел. Говорят, где-то на вершинах заоблачного предела, среди облачных морей, скрыта обитель адептов. Многие собиратели трав из Лиюэ некогда видели призрачные очертания этой обители. По моему опыту, если наесться определенных грибов, то тоже можно увидеть такие видения. Местный рельеф очень необычен. Множество огромных каменных столбов выглядят так, будто место им под землей, а не здесь. Под землей же здесь располагается огромный резервуар с водой. Интересно, если всю воду оттуда перекачать в море, погрузится ли заоблачный предел под воду, как однажды в прошлом? Мой спутник, господин Джун Ли, обычно предельно серьезен, но после того, как я высказала ему свои мысли, он почему-то не может перестать смеяться. Исключительно странный человек. Отмель Ягуан. Говорят, отмель Ягуан часто укрыта туманами, и порой они настолько густы, что ничего и на расстоянии вытянутой руки не видно. Но я, к сожалению, не успела до того, как туман рассеялся. Что же, очень жаль. На берегу было так много красивых ракушек. Интересно, многие ли из них застали войну архонтов? Я сделала из этих ракушек ожерелья. Но потом тот глупый рыбак на постоялом дворе просто сел на него и раздавил, раскрошил своим задом все ракушки, ни одной не осталось. И мне же потом пришлось возместить ему расходы на лечение, потому что он порезался обломками тех ракушек. Огромная витая раковина стоит на месте, где река Бишуй впадает в океан. Живущая в ней старушка очень доброжелательна. Говорят, ее семья приплыла сюда на огромной раковине, и теперь она спасает потерпевших кораблекрушение людей, которых прибивает сюда. Думаю, если переделать эту раковину в самоходную лодку, то можно было бы спасать еще больше тонущих людей. Но когда третий прототип моей самоходной раковины вышел из-под контроля и взорвался, старушка решила, что больше не хочет спасать меня из воды. Каменный лес Гуюнь. Это место, где геоархонт некогда победил морского монстра. Вогнанные в морское дно, сломанные в нескольких местах.
Огромные каменные копья, тем не менее, до сих пор возвышаются над водной гладью. Их формы шестигранной призмы, созданные под влиянием геоэнергии, очень занимательны. Если смотреть сверху, то кажется, будто эти призмы тщательно расставлены кем-то, чтобы в море сложился особый узор. Может быть, все эти сброшенные в море копья на самом деле были дурной шуткой геоархонта? Господин Джун Ли из гавани Ли Юэ кажется хорошо знаком с местными легендами, но я никогда не видела, чтобы он приходил сюда. Отсюда можно увидеть постоялый двор Ваншу вдалеке. Думаю, тот странный юноша, которого я встретила в прошлый раз, до сих пор смотрит в эту сторону. Местные артерии земли очень занимательны. Здесь они еще более активны и хаотичны, чем в других частях Ли Юэ. Возможно, некая непоколебимая сила до сих пор пульсирует на дне океана, скрытая толщами воды. Вероятно, тот побежденный морской монстр до сих пор ползает в морских глубинах. Том 3. Периодическое издание, выпускаемое гильдией искателей приключений. Каждый выпуск посвящен отдельному региону Тейвата. В этом выпуске вас ждут путевые заметки путешественницы Алисы о ее визите в Инадзуму. Путеводитель по Инадзуме – специальный выпуск географического журнала Тейвата. Путешествие Алисы в Инадзуме Гараега. Большая гора на севере острова Наруками покрыта великолепными деревьями сакуры, которые имеют общую корневую систему со священной сакурой, самым большим деревом на ее вершине. В ее честь было построено крупнейшее святилище Инадзумы – Великий храм Наруками. Малышка Е, которая управляла святилищем последние несколько лет, стала совсем взрослой. Мне немного грустно осознавать, что я больше не смогу заставить ее плакать так же легко, как когда она была маленькой. Я ожидала, что она напьется и начнет нести чушь и плакать, как она обычно делала, но в этот раз напилась я и стала посмешищем. А она посмеялась и выставила меня глупой старухой. Жаль. А мне так хотелось подшутить над ней. Город Инадзума. Я принесла старику Наганахаре новую формулу фейерверка. Однако, услышав о действии нового лекарства от глухоты, о котором я ему рассказала, он настойчиво отказался от него. Старый Наганахара настолько консервативен в своих формулах взрывчатых веществ, что всегда разбавляет их до такой степени, что взрывная сила не может вызвать никаких заметных физических изменений в окружающей среде, полагаясь только на сгорание различных металлов для создания унылых визуальных эффектов. Меня забавляет, когда все, что он хочет делать, это закрыться в мастерской и экспериментировать. Пустая трата времени. Но его дочь, Еймия, очень интересный человек. Мы отлично провели время на празднике, собирая сладости и экспериментируя с новыми формулами. А потом приехала пожарная команда и выпроводила нас на холодный и одинокий берег, объясняя это каким-то новым правилом обеспечения порядка в городе Инадзума. Смешно. Мы обсудили множество формул, и Еймия поделилась со мной конструктивными идеями. У этой девушки настоящий талант. Было бы здорово устроить шоу фейерверков в раю, который я создала для Кли. Жаль, что этот сёгун с недружелюбным лицом не спускал с нее глаз, и у меня не было возможности ни усовершенствовать этот механизм, ни взять его с собой. Не так давно я смешивала летное зелье на дворцовой кухне. Произошел взрыв, в результате которого пострадал молодой генерал Тенгу. Боюсь, что понадобится полмесяца, чтобы перья на ее левом крыле отросли. Я хотела подлечить ее, но она меня с тех пор избегает. Я оставила ей несколько лекарств. Хорошая возможность проверить их действие. После этого случая парнишка, что целыми днями не выходит из резиденции Тенсюкаку, приказал солдату повсюду следовать за мной. Это переходит все границы. Я уже извинилась перед ней, но она не желает с этим мириться. Но ведь она сама предложила мне использовать дворцовую кухню для проведения экспериментов. Кроме того, госпожа Камисата уже в шестой раз вежливо отклонила мое предложение присоединиться к супергруппе. Жаль. Татарасуна. Татарасуна – это природный остров в форме кольца. Его горы возвышаются над морем и окружают грандиозную кузнечную печь в сердце острова. Именно здесь производят нефритовую сталь,
обеспечивая правителей Надзумы превосходным материалом для оружия. Сталь, выплавленную из крови и костного мозга павшего божества. Это место – гордость главы комиссии Тенрё, поэтому он особенно заботится о рабочих и технических специалистах. Во время моего пребывания в Татарасуне меня сопровождала женщина по имени Кагами Гадзен. Она, похоже, является лидером среди рабочих и занимает официальную должность в сёгунате. Несмотря на то, что она подчиняется главе комиссии Тенрё, она имеет такую же власть над рабочими, как и сам глава. Рабочие любят и уважают ее. Осмелюсь предположить, что они с большим трепетом относятся к ее приказам, чем к приказам сёгуна. Но сама Кагами Гадзен всегда выглядит хмурой и безразличной. Рабочие Татарасуны в большинстве своем безродны, их выбросило на эти берега волнами истории. Они отличаются друг от друга татуировками, которые покрывают их тело, и песнями, которые они напевают во время работы. Но эти различия также и объединяют их. Как и у других работников Татарасуны, на теле Кагами Гадзен остались шрамы от ожогов, последствия работы в раскаленной кузнице татаригами. Для посторонних людей это знаки страдания и короткой жизни, но здесь они являются символом принадлежности к семье. Я взяла на себя смелость модифицировать горн Микаге, выбросить в море несколько клапанов и панелей и улучшить защитный купол, который был практически бесполезен. Интересно, как к этому отнесутся инженеры из Фонтейна? Старик Кудзё впадет в бешенство из-за резкого падения производства, но, по крайней мере, татаригами не выйдет из-под контроля из-за перегрева. А если кузница будет разрушена во время войны, которая, вероятно, скоро начнется, взрыв не будет слишком большим. Большим по моим личным меркам, конечно. Не исключено, что мои гениальные вмешательства вообще предотвратят войну. Ха! Хотела бы я видеть лица этих астрологов, когда их предсказания сбудутся. Остров Йосиори. Чистое голубое небо над островом Йосиори. Приятное зрелище. Эти упертые амёдзи объяснили, что сёгун Райден поставила здесь несколько оберегов, чтобы предотвратить разложение, которая просачивается из останков змеиного божества. Или что-то в этом роде. Я не очень хорошо разбираюсь в их религиозном жаргоне. По моим наблюдениям, эти фонарные столбы весьма интересны. Хотя они выглядят как изделия, посвященные электроархонту, технология, которая использовалась для их изготовления, мне хорошо знакома. Стоп! Это ведь путевые заметки, а не научная работа. Нас тепло встретил Васидзу, староста деревни Хиги. Рыба на гриле и онигири были великолепны. Кроме того, в том месте, которое они называют побережьем Надзуте, полно дружелюбных пиратов. Ах, как жаль, что я не смогла подольше остаться на этом острове. Работа в шахтах на острове кипит. Но шахтеры используют довольно отсталые инструменты. Хотя священные столбы, установленные повсюду сёгуном, по большей части предотвращают распространение татаригами, длительное воздействие кристаллов, их змеиных костей, привело к тому, что большинство шахтеров страдают хроническими заболеваниями. Моти и сакура, которые принесли с собой амёдзи, очень вкусные, но вряд ли сравнятся с теми, которые делает малышка Е. Мне стоит навестить святилище Асасе. Интересно, как поживает та толстая кошка? В тот раз я пытался поймать ее при помощи специально сделанной клетки, но меня остановила жрица.